Багажник здесь и так был маленький, когда мы ее только купили, а сейчас он получается вообще маленький. Поэтому, ребята, в связи с этим мы будем данный автомобиль выставлять на продажу. Если вы хотите приобрести классный автомобиль Mercedes ML Diesel в хорошем техническом состоянии, что вы купите и не нужно ничего куда вкладывать, с историей, то пишите мне в директ. Сегодня, походу, будет интересный денечек, потому что на днях мне позвонил человек, который желает приобрести нашу машину. И он живет в Карачаево-Черкесии, он позвонил мне, спросил, что и как, и говорит, я приеду вот в пятницу в Краснодар, как бы посмотреть. Но я так вообще подозреваю, что человек, который едет издалека, ну, как бы по себе сужу, что он готов прям целенаправленно уже рассмотреть покупку. Вот он мне сейчас звонил, через час он уже будет здесь. Встретимся, ну и, наверное, даже будет сделка. Ну, чуть позже все узнаем. Спонсор данного выпуска – магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличное решение для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Слушайте, это что-то невозможное. Я получил паспорт Мирону. Обалдеть, я просто беру аж 5 паспортов и начинаю покупать билеты. Самый кайф в этом рейсе – это то, что вылет в 11:30 из Краснодара, и в 13:40 мы уже прилетаем в Анталию. Пегас. Компания, значит, авиакомпания Pegas, и это не чартерный рейс, не чартерный, это самое классное, значит, его не могут перенести, как вот в чартерах это бывает. Мы просто попадали на эту тему, и с маленьким ребенком это очень и очень неприятная тема. Вот, видите, вылетаем, прилетаем, тра-та-та, Пашковский, Краснодар, Анталия. У нас к оплате 25 852 рубля. Я хочу напомнить, что это не чартерный рейс, это прямой рейс. И даже не из Москвы, а из Краснодара, без пересадок. Это просто я сидел, наверное, полмесяца мониторил и нашел только лишь на 11 ноября. Все, делаю оплату. Так, Apple Pay, оплатить. Вот так вот, смотрите, просто жик-жик. Все, оплата ушла. Ваш заказ с номером тра-та-та подтвержден. Все, сейчас кипятком будем сать. Ой, ты записываешь. Ну, мы просто счастливы, да? Вообще, кайф. Еще даже не улетели, но купили, это уже первый шаг. Короче, классно. Самое, что интересное, как только мы купили билеты в Турцию, первый вопрос, который у нас возник, что делать? Что делать с машиной? И знаете, у нас даже были такие мысли, что полететь из Москвы, машину оставить там во дворе, где живут родители, и как бы, чтобы она была под присмотром. Опять-таки, у меня были в голове такие мысли, что, блин, как там ударят морозы, мы обратно прилетим, неизвестно, что будет, а вдруг как мороз, так как дизель не используется, заведешь, сальник потечет, попадешь на какой-то ремонт. Блин, короче, в голове столько кучи всего было, и мы решили, что лететь из Москвы мы точно не будем, мы полетим из Краснодара, угоним ее сюда. Опять-таки, вопрос, где ее оставлять здесь, тоже встал ребром. На платной стоянке? Ну, как бы да, можно, но все равно, там 3-4 тысячи в месяц, ну, как бы это тоже же деньги. И не хотелось платить, и не хотелось, чтобы машина стояла, потому что где-то царапнут, где-то притрут, еще что-нибудь. Все может случиться, все может получиться, и как бы тачка-то очень хорошая, и просто, чтобы она стояла хрен знает сколько месяцев, не хотелось. И вот так все получилось, забрали, у нас получается вот сейчас минус, такой один очень глобальный для нас вопрос, он автоматически вообще отлетел. Заскочил на заправку немножко залить, вдруг будем брать, и спасибо. И еще заехал на мойку, смыл пыль, потому что машина стояла немножко 3 дня, и вся очень сильно пыльная. Так, ну все, составляем договор купли продажи вон там ребята стоят, кто будет покупать. Так, ну что, мы подписали, короче, документы, тачка отправляется к вот этим ребятам, сейчас только нужно рассчитаться, и все, и они ее забирают.
Я, короче, решил, что нужно зайти в торговый центр, подойти к банкомату, и чтобы они сами опустили все купюры туда, потому что сумма не маленькая. Вот. Надо сделать это все красиво через банкомат. Мы, короче, внесли больше, поэтому надо еще 1000 снять и отдать. Держи. Настенька делает последние штрихи. Подпись договора купли-продажи. Так, ну вот и все. Забрал оставшиеся вещи. И ребятки все уезжают на машине. Сейчас надо их только выпустить. Все. Наш тазик уезжает в Карачаево, Черкесию. Какой он клевый, а? Все, пока-пока. Да, только бы не заплакать. Мои уже отмечают где-то в Макдаке. Вот они. Настенька, что скажешь? Грустно. Грустно? Оставаться с верным другом. Но нужно двигаться дальше. Ты любила эту тачку, да? Да, я о ней мечтала, но на ней толком не поездила. Не успела. Куплю потом новее. Обязательно. Ну да. Сама. А еще, конечно, огромное спасибо нашим мальчишкам, потому что это случилось все так быстро. И мы, естественно, были все вместе. И пацаны нам дали в таком спокойствии все переоформить. Сами знаете, пока заполнишь весь этот договор, а не один, а два. Третий не стали делать. Ну, короче, блин, дети вообще красавчики у нас. А еще немножко обидно, потому что у нас на машине был наш родной 75-й регион, это Чита. И нас узнавали, к нам подходили, потому что, ну, в этих краях это большая редкость. Вот. И сейчас у нас уже не будет 75-го региона, потому что Настенька сменила прописку и стала девчонкой замкадышной. Вот, поэтому следующую тачку будем брать, и она у нас будет на стандартном подмосковном регионе. Короче, Макдак, теперь мороженое, и Артемка так вкусил мороженое, что у него, походу, сейчас вывалится его зуб. Пойдем вырывать. Тёмич, иди сюда. Артём. Артем постоянно прикол, как вот вы вырывали ему два нижних зуба, он постоянно ревет, а потом... О! Все, что ли? Ну вот и все. Делов-то. Ну-ка, и. Иди, полоскай рот. Все, собрал, что было у меня в машине. Здесь на самом деле не так много. Два детских автокресла, детские пазлы. Самая важная вещь — это преобразователь напряжения на 220. Это... транспортер, как там он правильно, автодор, чтобы ездить по платным дорогам автоматически. Что тут у меня еще есть? Всякий мусор от Артема. Новая шапка, которая лежит несколько лет. Провод AUX с переходником для айфона. Так, что тут еще? Диск, еще провод заряжать камеру. Наушники, чтобы дети могли телевизор смотреть, который Родион успешно сломал. Две запасные маски, набор автомобилиста. Здесь у нас провода мощные прикуривать. Щетка, которой никогда в жизни не пользовался. Даже вот она с этикеткой. Скребок, точнее, не щетка. Вот это вот веник. Это самая первая машина у меня еще. Остался, вот так и кочует. Вот, и в принципе, походу, все. А, ну и здесь еще так по мелочам. Какие-то отвертки, губка машину мыть. Вот. И все, сейчас это надо все теперь убрать на балкон, и до следующей машины все это будет там стоять. А в целом вообще приезжали ребята такие, про которых вот увидишь, и в жизни не подумаешь, что они прямо сейчас приедут к тебе с кэшем больше миллиона и отдадут тебе налом. Ну, как бы мы так с Настенькой стояли, смотрели, думаем, нифига себе. А потом Настя говорит, а что ты, говорит, на нас посмотри, на нас никогда и посмотришь, и не скажешь, что мы там и путешествуем, и машина вроде такая из раздела...
Вот, я думаю, да, и вот это вот, как нас в детстве приучали, встречаешь по одежке, провожаешь по уму, ни хрена не работает. Нельзя встречать человека по одежке. Раньше выходил я, ребята, на балкон, смотрел в окно, постоянно смотрел машину, любовался ей. А сейчас выглядываю в окно, а ее нету. Вот так вот. Слушайте, такой прекрасный денек. Мы решили отметить как следует, отпраздновать шикарнейшим ужином. Будем сейчас запекать, значит, ребрышки. Купили еще вот такое вот вино таманское, мерло. Настина подруга его любит и как бы посоветовала. Кстати, она сейчас вам тоже в гости придет. Сейчас сделаем бутербродики, салатики, запечем картошечку. Еще нам даже сегодня Макдональдс вот такой вот бокальчик подарил. Так что сейчас я быстренько вон заряжаю батон на противень. Будем делать бутерброды. Я затупил не на противень, а на вот этот вот гриль. А я сейчас буду заниматься уже мясом мариновать. Кстати, как мы маринуем? Маринуем вот при помощи вот такой вот универсальной приправы. Добавляем соль. И, наверное, что сюда? Лук, чеснок будем добавлять? Соевый соус, да, вместо соли. И чесночочек, наверное, немножко. И все. Так, ну вот, смотрите, что получилось. Здесь, кстати, 1 килограмм 400 грамм. Вот, такие кубики. Сюда вот приправ, который я показывал. И соевый соус. Вот такой вот мы используем. Сенсой. Вот, а чеснок и лук решили не добавлять. Все, пусть маринуется. Нам уже позвонили ребятки в домофон. Пользуясь случаем, хочу вот показать нашу коляску. Кто не смотрел, посмотрите. Вот на такой коляске мы двигаемся. Посмотрите, как мало места она занимает дома. Очень и очень кайфово. Ой, чукао, здоровая. Вы теперь у нас на канале будете в выпуске. Заходите скорее, залетайте. Так. Немножко помариновалось, буквально 10 минут, надеюсь, хватит. Картошка уже печется. И сейчас мясо, прям вот так вот берем все это дело и закидываем прям в картошку. Вот так вот аккуратненько рядом все ложим. Вот, и снова отправляем в духовку. Смотрите, какая красота. Вот так вот. Вот так вот, значит. Опа! И... Так, погодите. Опа! Вот так вот. Нифига какая тяжесть. Настюха, открывай скорее, Настенка! Вообще очень тяжело. Нифига себе, здесь сколько? 2 килограмма. Ох. Все. Ой. Так. Смотрим, что у нас получилось. Опа. Нереально тяжело. Ну, такая красотища. Вау. Вообще, ага, красота. Ну, очень круто. В общем, будем садиться кушать. Я тоже закидываю бутерброды, закрываю все там красным вином. В общем, будем прощаться. Увидимся с вами в новом видеоролике. А в комментариях пишите свое предложение. Что мы возьмем? Вопрос когда? Пока.